Сразу скажу, что долго тянуть не буду, ибо надо все объяснить быстро, но качественно. Я решил позвать Скрипера заснять со мной новый летсплей, и он даже не подозревал, что на самом деле я его хочу разыграть, потроллить, чтобы у него прям бомбануло. Под этим предлогом, что мы будем снимать летсплей, я его позвал, и он сразу же согласился. Это начало было записано после того, как я его уже потроллил. И, если честно, я не ждал такого эффекта. Понимаешь, потому что мне это реально уже надоело. У него реально бомбануло, но он очень сильно обиделся. Нет, вы не переживайте, мы помирились, так что советую вам посмотреть видео целиком. Разыгрывать я его буду с помощью командного блока и команды с разными скримерами. Их всего 4, но использовать мы будем только 3, потому что вот они самые-самые жесткие. Чтобы вы понимали, что это за скримеры и как они выглядят в видео, я буду их вам тоже показывать. Ну что же, не будем томить, давайте ролик пилить. Друзья, сейчас мне понадобилась ваша помощь. Примкните ко мне, у меня есть вкусные печеньки. Мне нужна ваша сила и ваша мощь в игре «Викинги. Война кланов». Приглашаю всех в мой клан, его название видите на экране. Вы должны мне помочь завоевать новые земли. Все, кто в моем клане, будут получать полную защиту вашего королевства. Мы должны победить в этой суровой войне. Ссылки на скачивание для Android и iOS в описании. Скорее скачивай игру и присоединяйся к моему клану. Давай, 1, 2, 3, начало записи. Хе-хейшки, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Неркин, и добро пожаловать на новый летсплей с тему Майнкрафт. И сегодня я буду играть не один, сегодня со мной Скрипер. Скрипер, поздоровайся. Всем привет, друзья. И знаете что, у нас какие-то проблемы, потому что у нас почему-то не видно наших скинов. Я не знаю, с чем это связано, в принципе. Как думаешь, Скрипер, но мы, в принципе, играем на версии 1.10. Ого. Ой, ну не знаю, ну постоянно, знаешь, баги в Майнкрафт, я думаю, в новых версиях это исправят. Я вижу, ты уже начал активно добывать еду и деревья. Окей, хорошо. Не, ну а почему бы нет? Да, да, хорошо, давай добывай, а я пока что пойду, в принципе, кое-что, ну я не знаю, поищу где-то какие-то проблемы на свою голову, так скажем. Я вижу еще много коровок, где-то здесь недалеко должны быть. Ага, давай, а то у меня сытности мало осталось, смотри, давай, смотри. Давай. Вот есть свинка, может ты, вообще, ты, может, ее убьешь, у тебя уже много деревьев, попробуй создать этот... себе. Свинка? Стоп, верстак, да? Да, верстак. Создай верстак. Эй, ты уже поставил верстак или я его не вижу? Ага. А, да. Окей, на вот, смотри. Все, создай какой-то меч, попробуй его убить, пожалуйста. А то я сейчас... Так, а я хорошо. Пойду, да. А я пока пойду набивать деревья там себе. Окейшки, окей, давай. Текс. Ну что ж, меч, в принципе, у меня есть, я пойду свинью загажу. Так, хорошо. О! Что это за хрень? Какая хрень? Пюр. Что? Ты видишь это? Что это за фигня? Что вижу? Я... Обычная свинья ходит возле тебя, что такое? О, со свиньей! Почему в нее ударила молния, она стала вот... с чем-то таким? Чувак, я что не такое? Знаю, если честно, я просто смотрю на тебя и вижу, как за тобой бегает просто обычная свинюшка. Что с тобой не так? Может, перезайди, я не знаю, может, перезайди... Что за хрень? Слушай, я не знаю... О, нормально. Ну вот, ты убил свинюшку, что случилось такого-то? Я не знаю, сейчас заспавнилась, знаешь, такая огромная то ли свинья, то ли свин. Я не знаю, что это такое было. Блин, я вообще до смерти перепугался. Может быть, это какая-то новая версия Майнкрафта или что-то такое, не знаю. Ну, не ну знаю, ладно, как. В принципе, окей, ладно. Ну, я создал себе кирку. Давай, может, пойдем с тобой в эту, в пещерки какие-то. Ну давай, почему бы и нет, пойдем. Так, только у меня кирки не будет. А что мне делать? Окей, давай сейчас сделаем тебе кирку. Ну давай, так, у меня есть, в принципе, несколько дерева, так что я могу сам себе сделать. Так, 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 и вот, все, я себе сделал кирку, погнали, отлично. Погнали в шахту. Дела у нас с Скрипером идут полным ходом, мы, в принципе, попали в какую-то шахту, в какой-то каньончик и копаем себе тут разные вещи. Смотри, Скрипер, я предлагаю тебе, чтобы мы с тобой, как бы, знаешь, начали вырезать какие-то странные моменты, которые нам не нравятся, такие вот скучные, где мы просто копаем, чтобы нам показывать что-то интересное в роликах. Как ты думаешь? Ну, о, смотри, почему? Там очень много железа, в принципе, как думаешь? Докопаем железо, я пока что сюда пойду. Может, это алмазики будут. Так, окей. Хорошо. Смотри. Может... Ну, я не знаю, давай дальше пойдем, наверное, или нет? Ну, пошли. Пошли, пошли. Вау! Что это за хрень? Юр. Что? Что это сейчас было? What the fuck? Что было? Ты... Вали их! Кого вали? Юра, они меня сейчас убьют, у меня мало хп. Кого вали? Херабринс!
Миньон, миньонов этих вали, блин, а меня убили. Каких? Что это сейчас за хрень? Юр, что за фигня это сейчас была? Mm. О, хоть вещи мои не пропали. Я не знаю. Что это сейчас вообще было? Что было-то? Что было-то? У тебя какие-то проблемы с Майнкрафтом, мне кажется. Да какие проблемы? Смотри, я, короче, пошел за тобой, да? Потом тут заспавнился Херобрин. У меня потемнел экран, а потом заспавнились миньоны. Ты хочешь сказать, ты их не видел? Нет, если честно, я не видел. То есть это реально странно. Какой Херобрин? Какой к черту Херобрин? Его вообще-то не существует, если так задуматься, как бы. Ну вот, по мне. Я не знаю. Может быть, это обновление, не знаю, Майнкрафт 1.10 или еще что-нибудь такое. Ну, так ты смотришь. Понять не имею. Ты видишь это, а я этого не вижу, да? Ну, может быть. А может быть, ты просто с более старой версии зашел, а я, наоборот, с более ранней. Ой, то есть с более новой. Ладно, окей, это реально очень странно, хорошо. Ладно, давай пойдем идти дальше, потому что я вот начинаю думать, что зря мы с тобой начали этот летсплей, если честно. Ачивка получена, мы со скрипером построили небольшой домик. У нас там, он сначала небольшой пока что будет, но вскоре время будет огромадным. Но у нас проблема то, что нам не хватает немножечко еды, так что нам понадобится немножко коровок подобывать. Так что, как думаешь, может пойдем коровочек подобываем или нет? Ну давай, у нас всего лишь 3 стейка осталось, поэтому давай-ка пойдем. Окей, пошли. Что это? Что именно? Что это за фигня? Какая фигня-то? Да ну нахрен! Что случилось-то? Фух. Слушай, я толком не понял, что сейчас произошло. Сначала заспавнился какой-то моб. Какой-то, я не знаю, реально я такого в Майнкрафте видел. Он был похож то ли на какого-то клоуна, то ли еще на кого-то. А потом, знаешь, много динамита вот так вот наспавнилось и... Ну нахрен, я испугался и вышел с сервера. Не, ну слушай, Юр, я не знаю, в чем проблема. Может быть, реально у тебя более старая версия Майнкрафта, чем у меня. Может быть, еще какие-то баги, я не знаю, происходят. Ну просто это реально, это невозможно так записывать. Понимаешь, постоянно то мы в шахту идем, какая-нибудь хрень получается. То за коровами собрались. Понимаешь, заспавнился клоун, а потом начал появляться динамит. Это абсолютно ненормально. Я не знаю, что это происходит. Я думаю, что если мы не исправим эти баги или вообще что-то такое, я думаю, что нам не нужно записывать летсплеи. Понимаешь, потому что мне это реально уже надоело. Так, подожди, все, хорошо. Пока. Стой, ну все, ладно. Алло, да. Ну, что ты, успокойся, что случилось-то? Да я не знаю, мы же с тобой пытаемся как 20 минут записывать, у нас ничего не получается. Постоянно у меня какие-то баги происходят. Так самое главное, почему у тебя такого нет, я не могу понять. Я не знаю, если честно. Ну все, успокойся, окей, давай перезаснимем. Не сегодня, а завтра давай перезаснимем. Перезаснимем, ладно, давай, хорошо, конечно. Зайди, наверное, назад на сервер, просто хотя бы, я хотя бы закончу серию, ну типа, я не знаю, что кто-нибудь просто... Вот. Ну, все, успокойся. Ну, а если честно, то тебя официально затроллировали! В смысле затроллировали? То есть, ты хочешь сказать то, что это был троллинг? Да, это был мой троллинг. Надеюсь, ты не очень обижаешься на меня. Чего? Ну... Подожди. У меня один вопрос, как ты это сделал? Это все командные блоки! Но ты на меня не в обиде, если честно. Да нет, почему же? Это было на самом деле очень забавно. Я серьезно, я говорю, я почти поверил в эту фигню. Я даже обиделся. Ну, как бы. Что тебе самое было стрёмное? Херобрин, и это свинюшка, или же, я не знаю, или клоун? Блин, да свинья меня просто, знаешь, в шок повергла, потому что, ну, просто я ударил по свинье, и тут появилась вот такая вот хрень, свиноматка, блин, я не знаю, какая-то. Ну да, окей, ладно, тогда давай закончим эту серию, потому что все-таки как-никак мы с тобой, я снимал, ты, в принципе, можешь эту серию не выкладывать, потому что, ну, летсплей как такового, в принципе, не будет, понял, да, шуточку-то такую, ну хорошо, я понял. Давай. Окей, хорошо, давай будем с тобой прощаться со зрителями. И я не знаю, что еще можно сказать по этому поводу. Как думаешь? Я тебя официально затроллировал, так что бум, получай. Прям в лицо тебе. Ладно, окей. На этом все, с вами был я, Неркин, и с вами был кто? Скрипер. Всем удачи, ребята. Всем пока.